Всех приветствую. Вот такую малышку привезли сегодня. Ну, что я вам скажу. Вот я еще на ней даже не шил. Ну, я уже по Станиславскому хочу сказать, верю. Машина, начнем с того, что она тяжеленная. Вот эта малышка весит 6 килограммов. Даже, да, на весы 6. Ну, будет больше 6. Что здесь было, я уже все устранил. Тут рамка игловодителя сместилась и била в игольную пластину. Игольную пластину шлифанул, все, заполировал. Регулируется вот этим винтом рамка, но это мелочь. Отцентровал, все. Прямо вот не нарадуюсь. И что тут самое главное, сделано прямо... Можно сказать, что людьми и для людей, кто будет ее обслуживать в последующем. Вот сейчас я покажу. Во-первых, откручиваем один винтик. Вот он. Один винтик. И получаем доступ к редуктору. Все, не надо половинить. Тут такое качество... Я давно не видел в бытовых машинках. Вот это металл. Вот это пластик. Тут не рама, а, я так понял, корпусу прикреплено, наверное. Ну, вот не просто же так это металл. Вот, пожалуйста, редуктор. Затем, ну, задняя крышка, естественно, один винт. Затем еще три винта. И мы получаем доступ ко всем валам. Вот. Так, все. Ну, любо-дорого. Регулировки доступные. Ну, а тут что? Тут рамка. Регулировка. Затем заход челночного. Все. Теперь мне остается вот здесь промыть. Смазочку новую в редуктор заложить. И все. Сейчас соберу и покажу, как эта малышка шьет. Ну, она прям аккуратно-аккуратно. Да, забыл сказать. Какой здесь кейс? Это же просто песня. Вот ее домик этой машинки. Ну, могут же. Могут же буржуи. Если захотят. Все, собираю. Да, забыл сказать. Шестерни тут. Металл-металл пара. Ну, вообще. Промыл, положил новую смазочку. Да, и челночный начал ставить. Рано его смазал. Оно все-все-все. В заусенцах от иглы. Это сейчас я тоже все уберу. Вот эту заточку, она прям как ножик заточена. Это же нехорошо. Все гладенько, все отлично, могу ставить. Машина эта выпущена в нулевых, 2006 год, вот на инструкции, добротная такая инструкция, все красиво, на разных языках, а на русском-то есть? А, есть, есть.
Конечно же. Все тут. Начало шитья, ну весь расклад. Все тут как надо. Педаль. Реостат. Тяжеленькая. Еще пока не электронная. Двигатель тут 75 ватт, по-моему. А нет, 75 с лампочкой, 60 ватт. Тут в бардачке масло даже есть. Поди еще с тех времен джуковское. Джуки продает масло для промо-машинок. Но она дороговастая, конечно, но хорошая. Сейчас не знаю, продает, нет. Ну, совсем недавно литр стоил 800 рублей. Ну как недавно? Года три назад. Нитевдеватель есть. Так, вроде ничего тут не обломано. Так. Сейчас вденем. Я, правда, не люблю эти нитевдеватели. Ну, если он есть. Почему бы нет? Фиг, поехали. Ну, кто бы сомневался. Джуки веников не вяжет. Что тут? Так, пройдемся по операциям. Очень приличного размера зигзаг. Ну тут 5, наверное. Ну, если 5 заявлено, то 5 они и есть. А не 3,5 и 4, как у чайки. Тут не надо ничего колхозить, что-то там выдаивать. Тут все, что написано, то и по факту. Тройной усиленный зигзаг. Ну и трехшаговый зигзаг. Поставлю в домик. Так. В гараж. О, очень компактная. Еще пенопласт остался. Так, я ее правильно ставлю? Наверное, вот так. Оп. Так. Педаль. Ну все, предусмотрено. Вот держатели под инструкцию. Ну все. Все. Поставили. Убрали в шкафчик. Компактная. Ну, чудо, а не машина. И вот поставим примерно тех же годов выпуска. Вот это чудовище. Под названием Чайка 134. Ну, как можно это сравнить? Вот это вот с этим. Ну, как Волга и Камри. Сравнению не подлежит. Ну, вот такое небольшое видео. Может, кому-то было интересно. А следующее видео я буду собирать из двух одну или из двух две. Не знаю. Если найдутся запчасти, они разграбленные наполовину.
такие достались. Но ничего, одну по-любому соберу. Все на этом. До свидания.